Здравствуйте, друзья. Опять вот, ну, месяц назад вот я купил эту машинку. Это новая серия такси мира. Начинается она вот с первой модели, вот чекер нью-йоркской такси. Это модель вот копии такси 80-го года. Она вот на подставочке. Диагностини, это серия журнальная, ничего не открывается. К ней вот прилагается журнал такси мира, пускался на 50 лет, в основном без изменений. Тут вот написано. Я, правда, сомневаюсь, что это первая модель так выглядела в 31-м году. Ну, у ней было сначала, ну, в 31-м еще не было V-образной восьмерки Chevrolet, четырехцилиндровый мотор, потом шел 6 и в конце. Ну, модернизировалось, конечно, видоизменялось. Вот журнал, собственно, мне он не очень понравился. Самое сценическое, что мне понравилось, что основал эту фирму русский выходец из России, Морис Маркин. Он мигрировал еще в 1912 году, до революции, но потом сумел вот создать это такси и вот, так сказать, еще и до революции перевести всю семью. Вот следующими моделями будут вот Volkswagen Жук, Mercedes и Ford Fairlane. Я не помню, за сколько я купил, но, по-моему, не очень дорого. Вот тут предлагается еще такая рекламка, вот, которые выйдут в это такси видео. Вот это наша моделька. Впервые такси использовал желтый цвет. Сейчас и у нас в Москве машины используют желтый цвет. Вот снизу она проработана плохо. Модель 1.43. Вот так по ней. Я, конечно, вживую эту машину не видел, в Нью-Йорке не был. Ну, так выполнено качественно. Ну, за там, ну, я, наверное, не больше 200 рублей за нее заплатил. Ну, это первая модель. Последующие будут там по 1000 с чем-то, 1300, по-моему. Вот, поэтому я не знаю, буду ли их покупать. У меня сейчас есть серьезное предложение. Ну, где-то в пределах 1000 купить... модель 1.24 в этом, в смысле, в масштабе 1.24. Вот Волга у нас вышла такая, тоже Диагостини, по-моему. Нет, там не Диагостини, там Ашан.
ну, тоже ничего не открывается, но я даже вот, я уже смотрел видео Ивана Зинкевича, вот, у меня, в принципе, есть вот BMW, это скорее игрушка, тут даже батарейки предусмотрены, вот. Модель 24, 1 к 24, в смысле, и вот такой же модели будет Волга 21. Потом следующую, она уже где-то вышла, я ее не видел. Ну, где-то около 1000 стоит, я не знаю. А, приблизительно 1000. А это вообще мне бесплатно досталось. BX6. Значит, внедорожник, в полиции, ну тут вот номер оторван спереди, может быть. Конечно, такая машина есть, кстати, серия тоже редкий, а советский автомобиль, по-моему, 1.18, там открываются двери, тоже на подставке, ну... Когда открываются двери, зазоры остаются, и потом как их открывать? Значит, стекла нету, внутри пылится. Если она у вас где-то стоит, да, ну, даже в шкафу, она все равно пылью покрывается изнутри. Вот, ну всем спасибо, всем пока. На этом пока видео. Ну, с наступающим вас с праздниками, Новым годом, Рождеством. Будем по-прежнему, я буду снимать путешествия на машине. Ну, в основном в Подмосковье. Я сам далеко уже не езжу. Если бы вот 20 лет назад я объездил пол России до Урала. Был в Украине, Белоруссии, Грузии. Ну, сейчас не планируется это. Ну, то есть у меня вот ездят кто-то там, друзья, дети. Ну, вот присылают видео. Я из них вот... Последняя моя была город Яхве в Израиле. Ну, я там не был. Это снимала моя дочь на телефон. Ну, я сделал такой фильм из ее небольшой, маленький, там где-то на около 3 минут. И ну вот так вот. В основном. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. С праздниками.